уши хорошо, какие уши, иди. Итак, ребята, говорит всем привет, уже сил нет. Ну давайте, всем привет! А ты сыграли финал чемпионата мира? Конечно же, отборочно, если бы получил первый, было вообще весело. Пожалуйста, 2017, и что мне есть, не тормозить, так сказать. Владислав Ковалев, Екатерина Нестерова, давайте быстренько бегом на сцену. У тебя получится? Я в тебя верю. Ваши аплодисменты должны поддерживать всех, кто выходит на эту сцену. Мы здесь будем проживать полутора часов. У нас лучшие из лучших, те, кто за эти три дня сделает все возможное. И сегодня мы узнаем, кто же поедет в Париж. Ну, чемпионат мира, пожалуйста, 2017. Сейчас выиграет, это будет достаточно.
Ты королева, я сразу добрался в Верстас. Давайте посмотрим. Прости, но это долгие дела. Иди вниз, мне чуть подарит. Ты тоже спускайся вниз. Все, если надо выиграть две песни подряд, то получается, что она выиграла. Ильгиз и Миша, давайте быстренько сюда. Это читбол. Ладно, идите. Так было весело, я хотел слить, но у меня ничего не получилось. Ну или давайте еще раз им поаплодируем, ребята, аплодисменты. Это финал, ну на самом деле это четвертьфинал, но финал будет сейчас, через какое-то время здесь. У нас 4 пары, они борются, бьются не на жизнь, а на смерть. Эта песня уже полюбилась многим, я смотрю. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Друзья, и помните, если у вас не получилось выиграть сейчас, вы вполне можете выиграть онлайн. После 28 октября, когда выйдет шансы 2017, и тоже поедет в Париж. Мне кажется, эти девчонки вполне могут его сейчас получить. Отлично, поаплодируем девчонкам, но выбегите вниз быстро. Ильгиз, Миша, поднимайся сюда, у нас не очень много времени. Давайте, давайте. Еще два участника, это четверг, финал. И здесь мы узнаем, кто поедет в Париж. Вон, едем в центр. Танцуйте двоем, 3 трека. Если кто-то из вас выигрывает 2 подряд, он выигрывает эту часть. Вы похожи на девчонок почему-то. А, это не вы.
Итак, поаплодируем еще раз нашим участникам, друзья. Напоминаю, что вы можете даже потанцевать с нашими джаз-денсерами. Да, да, и даже написано там. Ты переживаешь за них, что ли? Так, вы почти готовы. Вы нервничаете. Почему ты не в костюме покемон-тренера? У тебя лучше получается, Лёва. Yeah.
буду говорить, не пытаюсь сказать, но покемон тренер продолжает ловить покемонов. Надеюсь, ты еще будешь участвовать. Поздравляю тебя, ты прошел в полуфинал, спускайся вниз, ребята. Очень клево. У нас уже две пары прошло. Сейчас интересно, интересный очень. Интересный бой. Жесткий борьба. Александр, иди сюда, поднимайся. Он вчера пришел последним и набрал 13-400. Такого очередь бывает. И действующий чемпион России. Пожалуйста, дайте ваши аплодисменты. Это будет интересно, как видим, я вас уверяю. Правда, дальше тоже будет интересно, поверьте. Но это серьезно. Заберут ли у него титул, рано или поздно, или нет? I'm a single leg.
Ваши аплодисменты, друзья! Посмотрим! Я так понимаю, что будет третий раунд! Воу! И номер три! Это серьезно? Это серьезно! Третий раунд! Что-то все сегодня смотрели, все прям почти! И тут прям друг за другом! Записывай! Нервничайте! Это наш полный девочек. Профессионал не нервничает. Александр Терехов, Владислав Шаболов. Ваши аплодисменты, дорогие, поддерживали этот третий раунд четвертьфинала. Замещен на паре, потом перейдем в полуфинал. Always get the best of me, the words we said to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know.
спускаетесь вниз, я думаю, что Владов, он в следующем времени. Аплодисменты Владову! Аплодисменты Александру, это вы тоже большой молодец. И еще одна пара, которая сейчас внизу, мы продолжим очень скоро. Так, вы готовы, давайте пить. Они с этой командой сейчас хорошо, давай. Дима, предыдущего года чемпион России. И Данил, который возможно, тоже и встанет. И даже мои спальщики, возможно, цены Данила и Дима Ленова. Ну, даже хоть немного понервничать, это мне это неинтересно. Нет? Ну, посмотрим сейчас. Thank you.
следующий канал. Ваши аплодисменты, друзья! Я так понимаю, что будет третий. Сейчас посмотрим. Да, все верно, третий будет, смотрите. Вот теперь мы должны нервничать. Вот теперь мы должны, это важно. Сколько? Ну там совсем чуть-чуть вам не хватило. Много, да, вообще, в этот раз прям совсем. Стоп, главное там 33. Записывай. 12703, 12710. Еще один раунд, и мы узнаем, кто выйдет в полуфинал, и посмотрим на них. Давайте еще раз поддержим ребят. Данила Попов, Дмитрий Степанов, ребята. Мне прям интересно, кто поедет в Париж. Может, мы поедем? Было бы классно. Face when I'm with you.
сложно. Вот прям очень сложно сейчас было. Ваши аплодисменты, друзья! Смотри, кто не молодец, классно. Ну что, я расстроился? Нет, точно. Ну что, друзья, аплодисменты! Далее выходит полфинал. Дима тоже классный, я думаю, ты еще выиграешь. Ну ты уже был чемпионом России, поэтому в Париж ездил, поэтому, я думаю, не так страшно. А мы тем временем приглашаем на эту сцену команду, чуть-чуть совсем, команду, ну хотя чуть-чуть, команду Jazz Dancer, наше обязательное выступление, мы пока подведем итоги и покажем вам полуфинал.